Всем привет! Это обзор от интернет-магазина Actec.ru, и сегодня к нам на обзор попал ручной светодиодный фонарь GL806. Давайте смотреть. Вставляется фонарь вот в таком кейсе, который удобно брать с собой, зафиксировав его где-нибудь на ремне или на руке. А внутри нам удалось найти сам фонарь, аккумулятор типа 18650, который уже вставлен в фонарь, и вот такое зарядное устройство. Выполнен фонарь из качественного авиационного алюминия, дальность освещения до 800 метров, оснащен мощным светодиодом Cree Q3 VC с продолжительным сроком службы. Устройству доступно три режима работы, это два уровня яркости и режим SOS. Оснащен фонарь таким напильником, оснащен линейкой, пилой, отверткой, ножом и открывашкой. Давайте теперь посмотрим, как фонарь функционирует в темноте. Фонарь отлично справляется со своей задачей в темноте, освещая при этом необходимое пространство. Фонарь можно брать как в поход, так и использовать в быту. Он станет отличным помощником и не займет много места. Данный обзор подошел к концу. Покупайте данный фонарь в нашем интернет-магазине actec.ru, а я с вами прощаюсь, ставьте нам большие пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте и до новых встреч!